Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией моего видео, но все только информационный характер. Сегодня успешно стартовал проект. Это рекламная платформа «Моя Демагнит» или «Магнит», где мы будем покупать пакеты и на этом зарабатывать. Значит, я хочу пополнить баланс на $5. Я никого не призываю ни к каким-либо действиям. Это смотрите сами. Это интернет, это риск. Я рискую своими денежными средствами. Значит, и пополнение средств. Перед тем, как начать зарабатывать, нужно пополнить баланс. Минимальный депозит составляет $1. Я зайду на $5. Ставлю цифру 5. Здесь у нас платежные реквизиты Payeer, Bitcoin, Perfect, Ethereum. Значит, и здесь пишут через Payeer минимум $1. Perfect минимум также $1. Ну и криптовалюта. Так, нажимаю пополнить. Перебрасывает на платежную систему. Выбираю USD. Подтверждаю. Ну и далее по накатанной. Пока поставлю на паузу. Я пополнила. Сейчас меня должен перебросить обратно в кабинет. Опускаюсь ниже. И как мы видим, на балансе у меня стало $5. Здесь у нас вкладочка «Доступно к выводу сколько». Это резервный счет. С этого счета будет капать нам определенный процент. Ну, а здесь будет отображаться количество пакетов. Значит, иду купить отпак на зеленую. У меня мой баланс составляет $5. И здесь инструкция. Так я буду рекламировать новую свою социальную сеть. Копирую ссылочку. Перехожу. Вставляю сюда ссылочку. Сюда вставляю... Ой. Так, сюда вставляю количество пакетов. 5 у меня. Общая сумма 5 пакетов. Посещение 200 посещений. Нажимаю купить. Так, это у меня транзакции здесь отобразились. Далее нажимаю купить пакет. Опускаюсь ниже. И вот мой ID 61. Как бы активный статус. Возвращаюсь я на главную. Здесь у нас статистика. И у меня баланс по нулям. И здесь указано количество пакетов. 5 пакетов у меня. Здесь же мы будем просматривать во вкладочке «Бонус ДС» рекламку. Значит, что мы здесь будем просматривать? После того, как мы купили пакеты, на следующий день у нас появится рекламка. Это написано в письме. Я вам сейчас покажу чуть позже. Значит, здесь реклама по желанию. Можно покупать баннеры. Здесь минимальная покупка. 200 визитов, $5. Это, друзья, все по желанию. Так, возвращаюсь на главную. Перехожу на почту. И вот мне пришло письмо 11 минут назад. Так, что они тут пишут? Купить один или несколько AD пакетов. Вы можете нажать на первое рекламное объявление на следующий день после покупки от пакета в области бонус АДС, где я вам показала. Завтра я начну просматривать рекламку ежедневно. У меня будет 15 рекламок. Как-то здесь все по 10 секунд ежедневно, чтобы мне шли начисления. Я думаю, всем такое письмо пришло. И что здесь? Каждый человек должен прочитать. Вот здесь нажимаем на ссылочку. Я уже затягивать не буду видео. Сами прочитайте, что нам следует знать. И вопросы и ответы также... Перед тем, как написать поддержку, почитайте, пожалуйста, вопросы-ответы. Также это можно
прочесть. Ну и здесь у нас профиль, партнеры отображаются, наши транзакции, инструменты. Это баннеры. И вот как это работает, вопрос-ответ, это вот мне пришло письмо на почту. Также можно это все просмотреть в кабинете. Ну, в принципе, на этом все. Сразу здесь у нас находится, друзья, партнерская ссылочка. Буду продолжать мониторить этот проект, естественно. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!